начинает бурлить фонтан. А, я думаю, не стоит намекать, просто, я не знаю, намеков уже недостаточно, да? Типа, что это может напоминать? Ну ладно, это напоминает извержение вулкана. Только интересные факты и все такое. Итак, у нас тут становится ФБР, смотрите, стоит, да? 5 звезд, соответственно, будут обеспечены после всего этого дела. Итак, вот этот Алекс Шраб, вот это просто пипец. Каким же надо быть придурком? Ладно, фотка раз, фотка два, фотка три. Отлично. Они, значит, уходят у нас. А, теперь давайте смотреть, выйдут ли они оттуда. Привет, народ! И это новое видео по экспериментам в GTA Vice City. Ого. Oh, yeah. All right. Oh, yeah. Okay. Yes. Oh, yeah. Yes. Yeah. Yes. Yeah, yeah. Итак, на этот раз миссия называется Martha's Mugshot. И самое интересное то, что в этой миссии нам дают камеру. Камеру я не знаю, где можно найти в GTA Vice City, если она вообще имеется. С помощью чит-кодов на оружие ее невозможно вести, найти. Но, тем не менее. Итак, первое, что я хотел бы протестировать в данной миссии. А, кстати, тут даже подписчик один подогнал мне идею. Начнем вот с этого дела. Для начала. Проверим, нужен ли этот вертолет так сильно. Нет, он вообще не нужен. Наплевать на него. Ага. А, и, в общем-то, теперь давайте мы протестим то, что хотел один из моих подписчиков. А пока я... Подождите. Подождите, а водитель разве должен быть именно вот таким? А это не должен быть чувак из security, охраны-то этой? Ну ладно, неважно. В общем, озабоченный конгрессмен Алекс Шраб поднялся немного в рейтингах и теперь хочет закрыть порноиндустрию, и, соответственно, навредит он этим в первую очередь нам. Один из моих подписчиков сделал такое предположение. Что будет, если убить водителя Стретча? Давайте это сделаем. Так. You trashed Candy Stretch. Что? Окей, это немного было странно, просто одно время миссия не считалась провальной, да, видимо, пока он не вываливался. Хорошо. Это, с этим все понятно, с этим разобрались. Следующее, что опять же хотел один из подписчиков протестить в этой миссии, это довольно странная идея, конечно. Ну ладно, давайте попробуем. Как будет себя вести охранник, если, например, мы подпалим лимузин Кэнди? И дабы мне далеко не возвращаться обратно на эту миссию, мы сделаем по-простому. Я сразу же сейчас скипну эту миссию. Martha's Mugshot. И пока она идет, я моментально, значит, подпалю его лимузин. Давайте это сделаем. Гори! Ну, плиз. Ага, смотрим. Так, она не подошла, водитель не выходит. Абсолютно то же самое. Ну, водитель не выходит, и, понятное дело, подкинуть мы ее не можем. Хорошо, следующее, что мы будем тестировать, уже произойдет в самом развитии событий. Итак, что же мы будем делать теперь? Теперь мы с вами направляемся к этому самому отелю Chariot. Кстати, знали вы или нет? Ну, просто маленькую справку для вас наведу. Вы не получите больше пленки для камеры, если вы постоянно будете рестартить эту миссию. Она всегда будет равняться 12. По крайней мере, я только что зарестартил, сколько уже? Получается, третий раз, да, я лечу? И у меня все еще пленки ровно 12 штук. Итак, первое, что мне хочется сказать, ну, просто минутка интересных фактов про GTA Vice City, это то, что отель Chariot всегда будет закрыт именно до этой миссии. Как мы понимаем, попасть в этот отель мы сможем уже после того, как выполним эту миссию. You lost Candy Stretch. Вообще, я не хотел этого делать, но... Окей, ладно, я перепройду, что я увлекся, да, улетел далеко. Сразу же, друзья, назревает следующий вопрос. Давайте сейчас его протестим, пока я держу дистанцию. Что будет, если прибыть на место встречи Кэнди и Алекса раньше срока? You lost Candy Stretch! Какого хрена меня вообще не подпускают близко туда, ну? Итак, попробуем на этот раз все сделать. Значит, вот лимузин. И смотрим сразу, что у нас там внизу. А у нас там с вами... Охрана! Ты смотри. You've alerted the congressman protection. They will get him out of the... immediately. То есть, друзья, мы сейчас с вами протестили такую вещь.
что невозможно вообще подлететь никак к конгрессмену Алексу Шрабу. Понятное дело то, что убивать-то мы его тоже не будем. Этого ничего хорошего не получится, да? Но мы можем с вами сделать следующее. Нам нужно будет сделать три снимка, соответственно, Алекса Шраба и Кэнди. И остается последнее, что бы я хотел протестить в этой миссии. Хотя, может быть, даже и два варианта. Ну вот, следующий вариант, который я хочу протестить, это возможно ли будет убить охранников хотя бы после того, как мы сделаем три снимка. Приступим, да? Итак, в общем, лимузин у нас подъезжает к месту назначения в очередной раз. И теперь мы с вами просто терпеливо ждем. Кстати, если вы знали или нет, ну ладно, давайте кат-сцена пройдет, я вам расскажу кое-что. Вот такой должен быть водитель, насколько я помню. Из охраны. Ну, я, конечно, до конца в этом не уверен, но все же. Ага, вот этот самый. Вот этот самый конгрессмен Алекс Шраб. Какие-то странные ролевые игры у них, ну ладно. Итак, нам нужно три фотографии Алекса Шраба и Кэнди. Так вот, маленький интересный факт. Вы знаете то, что в 23:00 по времени игры, соответственно, если посмотреть на окна отеля Chariot, то вы там сможете увидеть, как загораются некоторые окна в этом отеле. Окна загораются в форме мужского полового органа, а на крыше начинает бурлить фонтан. Я думаю, не стоит намекать. Просто, я не знаю, намеков уже недостаточно, да? Типа, что это может напоминать? Ну ладно, это напоминает извержение вулкана. Только интересные факты и все такое. Итак, у нас тут становится ФБР, смотрите, стоит, да? 5 звезд, соответственно, будут обеспечены после всего этого дела. Итак, вот этот Алекс Шраб, вот это просто пипец. Каким же надо быть придурком? Ладно, фотка раз, фотка два, фотка три. Someone's watching. How kinky. Отлично. Они, значит, уходят у нас. Теперь давайте смотреть, выйдут ли они оттуда, с главного входа. Конечно же, нет, они не выйдут оттуда. Кстати, интересно, а Алекс Шраб выкупил вот это вот, вот здание Гонзалеса, да, судя по всему, после его смерти? Или просто забрал себе? Кстати, что-то случилось с нашими уважаемыми FBI, ФБР. Я не обратил внимания, что с ними случилось. И это, кстати, довольно странно было. Я, пожалуй, эту миссию все-таки перепройду с этого момента. Итак, я снова здесь. И мы готовы наблюдать за чуваками с ФБР. Раз, два, три. Someone's watching. How kinky. Вот эти самые чуваки. Ага, то есть их все-таки можно убивать. Они исчезли. Чувак только что шел и исчез. Угу. Ну понятно, в этой миссии все опять же заскриптовано. Даже невозможно убить чуваков из ФБР. Потому что если ты отведешь прицел, они моментально исчезают. Ну, давайте тогда просто закончим эту миссию, что ли. Тут вариантов-то немного, что еще делать с ней. Вот и все. По сути, миссия-то довольно простая, да? Ничего сложного. Там хочется заметить, что они начали стрельбу именно в тот момент, как только мы сделали третью фотографию, да? Да как-то странно. То есть им добираться там было буквально пару секунд, да, и сразу занять позицию. Ну ладно. Вот такая у нас получилась миссия под названием «Марта Смакшот». Следующая миссия будет последней уже в киностудии. Она будет называться G-Projector, если я не ошибаюсь. И опять же я повторюсь. Вы можете сами написать, что мне протестировать в этой миссии. Может быть, у вас есть какие-то варианты. Напомню миссию G-Projector. Это та миссия, в которой мы должны будем на PSG-600 на мотоцикле прыгать по зданиям, чтобы вставить специальный, как сказать, специальный накопитель, да, какой-то. С изображением нашего нового фильма, в общем. Вот, ну а мы доставляем фотографию. Томми, что ты делаешь? Фотографии доставляем на киностудию. Миссия выполнена, $4000. И неожиданно они от нас отстали. Так что, друзья, на этом все. Подписывайтесь на канал, если вы новый. Ставьте лайк на видеоролик. Эксперименты в GTA Vice City продолжаются.
Скоро уж перейдем на новую часть GTA какую-нибудь. Ну, я имею в виду новую в смысле. Не Vice City, а не там, не на пятую сразу же. Все, всем пока.